Сегодня в 13:10 на телефон 02 поступило сообщение от неизвестного лица, что заминирован торговый комплекс в городе Оренбурге. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и все спецслужбы города. Была произведена эвакуация посетителей торгового центра. После чего торговый центр был осмотрен специалистами-кинологами со служебными собаками. Взрывчатых устройств обнаружено не было. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается лицо, которое произвело звонок. Еще раз. На месте происшествия? На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают лицо, совершившее звонок.